Приветствую всех участников международного конкурса вокалистов «Золотые таланты» 61-го сезона. Меня зовут Дмитрий Гончаров, я представляю радиостанцию «Сфера Мьюзик» и уже несколько лет подряд имею честь и возможность быть одним из членов жюри и оценивать таланты вокалистов, которые принимают участие в данном конкурсе. И благодарю организаторов данного конкурса за такую возможность. Итак, в 61-м сезоне принимало участие более 40 участников, и на некоторых из них мы обратили особое внимание, потому что среди этих 9 человек уже есть сформированные артисты, и тем не менее вы правильно делаете, дорогие друзья, что принимаете, продолжаете принимать участие в различных конкурсах, таким образом продвигая свой талант и показывая его всему миру. Ну, хочу сказать, что правильно вы делаете все, что принимаете участие в конкурсах, потому что сегодня оно того стоит. Сегодня, можно сказать, формируется новая элита в искусстве. Итак, перехожу к оглашению имен тех, кто, на наш взгляд, достоин особого внимания. Аринбек Айнура, София Чокина, Бажена Вознюк, Натали Сафарян, Дарья Семиходская, Михаил Гутман, Айдана Янко-Иликова, Любовь Салтан, Елена Каратеева. И вот эти 9 человек. Ну, особо хочу сказать, что оценку 10+ от меня получила Елена Каратеева, Бажена Вознюк, София Чонкина и Михаил Гудман. Михаил, особая благодарность вам за вашу гражданскую позицию. Ну что ж, дорогие друзья, до новых встреч на новых конкурсах, где, возможно, мы еще с вами встретимся. Всем больших творческих взлетов и успехов. И помните, что вы несете миру искусство. Всем успехов на этом творческом пути.